подскочила. Ложись спать, рано еще. Да кошмар приснился про Костю. Че это тебе Костя снится? А ты что, опять уезжаешь? Угу. Заказ пришел, надо ехать. Сень, ты за этот месяц 3 дня дома был. Слав, что ты хочешь, а? Ну, хочешь, я могу не ехать. Только кто кредит платить будет? Я или ты со своего соцобеспечения? Слушай, где контейнер? А, я найти не могу. Спасибо. У Вани в четверг день рождения. Я помню. Что ты помнишь? Славочка, я успею вернуться. Правда, не психуй, я успею. Кстати, ключ мой не видела? Нет. Дайте, не могу. Слушай, может, в ящике, а? Слушай, какой бардак, а? Ты, главное, ничего не трогай, я приеду, уберу. Сень, мне кажется, это знак. Не надо тебе никуда ехать. Откажись лучше. Еще этот сон. Слушай, какой сон, а? Слушай, ну нет его здесь. Возьму запасной, приеду, разберусь. Там же твой талисман. Ну что? Слушай, ну я столько лет ездил без талисмана. Съезжу еще один раз. Ничего страшного не произойдет. Ладно, что? Иди отдыхай, спи. На погрузку опоздаю. Угу. Ну, давай. Ну, пока. Просыпайся. С днем рождения тебе. С днем рождения, малыш. Просыпайся, просыпайся. Песенку праздничную споем? Мам, ну какая песенка? Мне уже 12. И потом, на все мои дни рождения с песенкой о Ванюшке-Ванюшке вы будили меня вместе. Ты и папа. Он что, еще не вернулся? Папа вечером приедет, и мы тебя вместе поздравим. А сейчас давай, вставай. Пойдем позавтракаем вместе, а то мне на работу. С днем рождения, малыш. Вставай, 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 ну. Алло, да, привет, ну. Алло, ты чего трубку не берешь? Да я в маркете закупалась. А как мой брательник приехал? Нет, пока. Обещал быть к 6. Слушай, я чего звоню? Мы с Костей будем позже чуть-чуть. Я хочу после работы к своей маникюрше заскочить, а Костя в дороге застрял. Так что он вернется, и мы сразу к вам. Угу. Подожди, а Костя что, в рейсе? Он же до пятницы выходной. Слав, ну ты что, вчера родилась? Срочный груз, все в разъездах, вот и пришлось. Но самое главное недалеко. Слушай, а ты что так распереживалась? Да нет, просто сон странный видела. Какой сон? Давай я тебе вечером расскажу. Ты набери мне, пожалуйста, как Костя приедет. Наберу, наберу, давай. Пока. Да. Сень, привет. Ты к 6 точно будешь? Я Ваньке пообещала. Слав, ну если я сказал, что буду, значит, буду. Подарок без меня не открывайте. Хочу его в глаза посмотреть. Хорошо. Все. Обнимай сына. Давай, пока. Угу, пока. Софья Степановна, здравствуйте. Здравствуй, Славочка. Так, продукты, лекарства, квитанция. Славочка, присядь хоть на минуточку. Чайку попью. Софья Степановна, не могу. У меня у Ваньки день рождения. Еще адресов куча. Квитанции я плачу.
До свидания. Славочка, соседей моих надо в полицию сдать. Чего, дебоширят? Хуже. Колдуют. Иголки мне в двери тыкают. Смерти моей хотят. Софья Степановна, да вы не волнуйтесь, я вас в обиду не дам. Не бойтесь ничего. Все будет хорошо. Да. Ну, все. Ну, правда. До свидания. До свидания. Борис Дмитриевич, здравствуйте. Проходите, проходите. Как самочувствие? Порядок морской. Это хорошо. Так, вот, все, что было в рецепте, сразу примите. Почему это у вас так пахнет? Ох, Господи. Борис Дмитриевич, ну что же вы, а? Я же вам в памятке написала. Проверяйте газ. Да вот, решил чаю попить и забыл. Совсем дед старый стал. Память отшибла напрочь. Так, не надо. Вы еще очень даже крепкий дед. Плиту не включать. И окно не закрывайте. Пусть как следует проветрится. Есть. Борис Дмитриевич, не пугайте меня, а? Свечи я вложила. Спасибо. Значит, договорились, детей к 6 привози. Пашка привезет. Ему с твоим переговорить нужно уже будет. Да. Ну вот. Конфеты забыли. Ой, точно. Спасибо большое. Все, до встречи. До встречи. Такая молодая, сыну уже 12 лет? Ну, бывает. Залетела. На втором курсе училась юридического. И хорошо училась, но... Пришлось в академ. Mm. А потом мама с инсультом слегла. Вот она дома и осела. Mm. За Сеньку замуж вышла, а потом мама умерла, так она и осталась не у дел. А вот пакеты бабкам возит. Идем работать. Костя вернулся, слава богу. Так куда я денусь-то? Да, никуда. Ты Сеню случайно по дороге не встречал? Да нет. Мы с ним вообще в последнее время на трассе мало видимся. Да, понятно. Я побегу, мне в контору нужно. Мы с Милкой вечером будем. Да, хорошо. Ты как раз вовремя. На сегодня все. Слушай, помоги. А то я с этими инструкциями, договорами скоро совсем с ума сойду. Они же каждый месяц меняются. Люб, давай не сегодня. У Ваньки день рождения. Ну, пожалуйста. Ну, я вообще без тебя не справлюсь. Ну, ладно, давай, только быстро. Спасибо. Закончила бы свой юрфак. Работала бы у нас юристом. И у меня бы меньше проблем было.
Ну что, понравились тебе наши подарки? Да, пацаны, спасибо. А родители тебе что подарили? Пока ничего. Сейчас батя приедет, что-то подарит. Но у них кредит за фуру. Поэтому они вряд ли подарят то, о чем я мечтал. Приветик. Милочка, привет. С именинником? Спасибо, дорогая. Слушай, Костя застрял на разгрузке, так я на своих двоих к тебе летела. А. Так, где именинник? Детская с ребятами. Ну, ты проходи, у вас как раз сладкий стол. Проходи. О! А Сеня не вернулся еще? Нет еще. Он в последнее время вообще практически дома не бывает. Из рейса в рейс, из рейса в рейс. Работает как проклятый. Ну, что ты хотела? У себя работает, не на дядю. Можно подумать, у него был выбор. Ванька расстроился, что папа на день рождения не пришел. Подарок, наверное, я сама вручу, чтобы праздник не портить. О, подарок! Кстати, как тебе маникюрчик? Очень красиво. Так, вот. Костя говорит, что деньги – это лучший подарок в любом возрасте, так что… Ну, сама вручишь, хорошо? А, ну да. Ванюш, зови ребят на сладкий стол! Лемяшек, привет, ребята. С днем рождения. Это тебе от меня и от дяди Кости. Будь здоров, расти большой, слушайся родителей. Спасибо. Пожалуйста. Ванюш, а это тебе от нас с папой. Ух ты! Спасибо! С днем рождения, малыш. Space FX Phantom. Вау, классный дрон. 6 осей стабилизации, камера 0,3 мегапикселя, автовзлет. Высота полета 120 метров. А выше 80 и не взлетит. А вот и взлетит. О, это, наверное, папа. Передавай спасибо. Хорошо. Алло? Да. Ух ты! О, Господи. Что случилось? Да, хорошо, я поняла. Что случилось? Сеня в аварию попал. Сейчас в больницу. Я поехала. Я с тобой. Давай за ребятами присмотри. И Ване не говори ничего. Скажи, что меня на работу вызвали. Слушай, хорошо? Сюда нельзя, это операционный блок. Выходи. У моего мужа сейчас оперируют, мне никто ничего не говорит. Вы в своем уме? Выше быстро, не просто немедленно. Я думаю, сын, я не знаю, что ему сказать. Пожалуйста, извините. Алло, да, Вань. Мам, что с папой? Он в больнице? Ванечка, все будет хорошо, не переживай. Что с ним? Он попал в аварию? Вань... Вань, пожалуйста, ты только не нервничай. Где твой... Ваня? Алло, где твой ингалятор? Где тетя Мила? Тише! Ваня, это что с тобой? Ты что, миленький? Боже, тебе же нельзя волноваться. Давай, давай, дыши. Алло. Да все нормально, я его успокоила. Ингалятор уже дала. Как там Сеня? Мил, я пока не знаю. Я тебе перезвоню. Пожалуйста. Ради бога, извините, мне нужно знать, что с моим мужем. Семён Милорадов.
А, дальнобойщик. Да. Операция еще не закончена. Сергеенко его оперирует. А он у нас еще и не таких с того света вытягивал. Так что давайте, езжайте домой, а завтра утром позвоните в отделение дежурной медсестре. Я не могу просто так уйти, я должна его увидеть. Пожалуйста. Хорошо. У нас подождешь. Спасибо. Милорадова. Да. Что с моим мужем? Компрессионный оскольчатый перелом нижнего отдела позвоночника со смещением. Разрыв мениска. Перелом голени. Еще кое-какие мелочи. Но жить будет. Жив. Спасибо, доктор. Вы не понимаете. Я 5 часов собирал его по косточкам. 6-й позвонок в дребезге. Возможно, понадобится сделать еще одну серьезную операцию. И даже при этом я не могу гарантировать, что он сможет передвигаться самостоятельно. Сын. Он спит. Приходите завтра. Спасибо вам большое. Слава приехала. Ну что, как там Сеня? Жив. Прооперировали, завтра к нему поеду. Как Ванька? Уснул. Еле его уложила. Ты извини, он, наверное, услышал, как я с Костей разговаривала. Вот и разнервничался. Слава, я в полиции был. Они признали Сеню виновником аварии. Страховая отказывается оплачивать ремонт фуры. Они проверили документы, говорят, что Сеня уснул, потому что не выдержал правила отстоя. Ну, главное, чтобы Сене было все хорошо. А с этим разберемся. У вас 1 минута. Сенечка, милый. Прости, я к Ваньке хотел успеть. Даже порожняком поехал. Главное, что ты жив. А с остальным мы справимся. Мы же сильные, правда, Ванюш? Все, достаточно. Ему нужно спать. Мы тебе кое-что принесли. Вот. Ты дома оставил. Все, уходим. Доктор, скажите, он будет ходить. Что нужно сделать? Можно попробовать заменить поврежденный позвонок эндопротезом. И еще пластину для фиксации, чтобы укрепить позвоночный столб. Другими словами, поставить имплант. Угу. Но это дорого, и страховая будет возражать. Почему? Существуют же квоты. Существуют. Давайте так, я постараюсь договориться. А пока вот лекарство. Дорогое, в больнице его нет. Хорошо бы начать принимать его уже сегодня. Оно поможет вашему мужу продержаться, пока мы будем заниматься квотой. Спасибо. Извините. Мам, я нашел. Вот. Как правило, компрессионный оскольчатый перелом сопровождается нарушением опорной функции позвоночника, снижением или отсутствием чувствительности. Ванюш, все будет хорошо.
Я в аптеку, а ты суп себе разгуди, хорошо? Сколько можно, а? Вы литрами меня эту химию вливаете. Давайте уже домой отпустите. Ваш позвоночник пару дней назад по кусочкам собрали, а вы уже домой собираетесь. Есть такая мысль. Совсем рехнулись. Жена столько денег потратила, чтобы вас на ноги поставить. А вы тут самодеятельность устраиваете. Я просто хотел встать. Встать он хотел. Да вам даже двигаться лишний раз нельзя. Извините, я больше не буду. Сколько? $500. Да. Надо дать. Все-таки твой брат. Ну да, надо. Ну ты вообще понимаешь, что это только начало? Слава говорит, что она все деньги на лекарства отдала. И просрочила выплату по кредиту. Кредит за фуру, что ли? Ну да. А еще говорит, у них 15 тысяч долга. Да. С банком шутки плохи. Надо дать. Хотя бы на месячный взнос. $500 найдем. Зайдите, пожалуйста, к нашему менеджеру. Хорошо. Сейчас, секунду. Здравствуйте. Мне сказали, у вас есть ко мне вопрос. Здравствуйте, Слава Анатольевна. Садитесь, пожалуйста. Мне очень жаль, что так случилось с вашим мужем. Но поймите, банк – это неблаготворительная организация. Заемщик пострадал в аварии, фактически стал безработным. А ваша зарплата… Ну, вы уж простите, но с нее 1/4 ежемесячного платежа не выплатить. К тому же у вас ребенок, и жить на что-то надо. Но у нас есть свой дом. Да, но это единственное жилье. Вы не можете быть ни поручителем по кредиту мужа, ни заемщиком. У вас нечего предложить банку. Я просрочила платеж всего на 4 дня. Да, это в порядке допустимого, но вы закрыли этот вопрос в этом месяце, а что будет в следующем, и так далее, и так далее, и так далее. Муж поправится, и мы внесем всю сумму согласно договору. Ну что ж, хорошо, если так. Но, к сожалению, банку нужен поручитель. Серьезный поручитель. Иначе кредит будет отозван. Понятно, спасибо. Всего доброго. Ну, что он хотел? Мил, вы можете быть моими поручителями по кредиту? Поручителями? Угу. Ну, ты знаешь, что это значит? Если у тебя не будет денег на погашение кредита, то платить будем мы. Ну, все не поправится, мы все заплатим. Это же временно, просто условия банка. Я же не денег у тебя прошу. Слав, ты меня извини, но хоть я и не банк, я прекрасно знаю, что денег у тебя нет и взять негде. Ну, что скажешь, не так? Ну, Сеня. Ну, что Сеня? Когда он на ноги станет? Ты думаешь, что в твоем соцобеспечении тебе помогут найти деньги на операцию? Ой, Слав, спустись на землю. Вообще, мы, конечно, хотели бы помочь. Мы не настолько богаты. И потом у нас с Костей были какие-то свои планы. План? Mm-hmm. А если Сене не сделать операцию, у него не будет никаких планов. Пусть Костя и живы, и здоровы. И, между прочим, если ты помнишь, Сеня, когда за тебя вступился перед Карбышевым, ни на секунду не задумался о последствиях. Слав, вот не надо. Его никто не просил Карбышева убить Морду.
И вообще, у них и без меня своих конфликтов хватало. Может, он просто хотел уйти на вольные заработки. Так что уволился он по своей воле, а я... тоже пришлось мне. Слышал бы тебя, Сеня. Своя рубашка ближе к телу, да? Понятно. Были с вами у Богдана Анатольевича. Ну, у доктора в поликлинике. Он Ваньку осмотрел. Сказал, что все в пределах нормы. Держи. Здорово. Все удивлялся, как он вырос. Так что все, ну, замечательно. А я Ваньке сказала, что если он хорошо закончит год, то мы поедем путешествовать. Куда глаза глядят. Прости, потом поем. Что-то не хочется. Спасибо. Держи. Путешествовать, куда глаза глядят, это хорошо, но... Славка, а что с ногами делать, а? Я же не дурак, я все понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Все будет хорошо. Все будет как раньше. Как раньше не будет. К сожалению, очередь по квотам на имплант идет медленнее, чем хотелось бы. И что это значит? Это плохо. Есть риск разрушения вещества спинного мозга. Это может привести к тому, что со временем вашего мужа может парализовать полностью. Сколько у нас есть времени? Этого не знает никто. Слишком много факторов. Скажите, у вас точно нет возможности приобрести имплант на коммерческой основе? Сколько? Предварительно 4500 долларов. Это с операцией. Точно я смогу сказать, только отправив запрос. Заказывайте имплант, а деньги я найду. Привет, прости, в больнице задержалась. Слушай, ты прости Милку. Она не со зла. Сеня ее брат. Она любит его просто. Да ладно, все, проехали. Сама как-нибудь. Что с фурой? Фура у вас везучая. Хоть и перевертыш. На дорогу вытащили, она и поехала. Колодки, правда, нужно поменять. И такое по мелочи, но в целом ездит. Ой, Коль, спасибо за хорошую новость. Я думаю, если ее в трейдинг отогнать, 1300 можно выручить. Нет, я не буду ее продавать, она же Сенина. Как мы жить-то будем? Я ее в найм сдам. Какой найм? Я заходила к Сене на почту, там есть один заказ, и как раз на предзаказ импланта хватит. А на операцию потом соберу. Дай заказ глянуть. Вот. Слушай, Слава, это подстава какая-то. Ну, смотри, 21 век на дворе. Никто уже на физлицо транспорт не заказывает. У всех для этого есть конторы. Плюс там адрес общий, базовский. Слава, на левак нарвешься, будешь потом перед ментами оправдываться, мама, не горюй, я тебе. Да почему на левак? С чего ты взял? Обычный заказ, когда Сеня от Карбышева ушел, на вольные хлеба ему такие каждый день приходили. Не знаю я. Стрёмно это как-то. У тебя водителя нет? Будет.
бойкая у Сеньки баба. Бегает туда-сюда. Да и ко мне с налета подскочила, мол, на Сенькиной фуре съездит. Заказ есть. Ага. Так она и ко мне подходила. Да? Да. Ну, у меня у Карпышева такой график, продохнуть некогда. Я отказал. У меня тоже у Карпышева. Завтра весь день. Хоть я и не прочь был бы подсобить ей. Слушай, вряд ли она с кем-то тут договорится. Он и к Пашке, и к Беспалову подходила. Все в один голос, нет. Здрасте. Привет. Заказ не возьмете на завтра? Заказ? А чей заказ-то? Ну, мой. Ты что, у нас королева дорог, что ли? Где это видано, что баба заказами рулила? Ну, а что не так? $500, хорошие деньги, прибыль пополам. Ну, у нас пока еще не Америка. У нас заказами мужики рулят. Можно подумать, в Америке женщин. А ты знаешь, я вчера в новостях видел, там одна баба 25-тонник сама водит и за сутки 800 километров дает. Так что, если тебе очень надо, вон, садись за руль и сама рули. Королева дорог! Алло. Ну что, ты нашла водилу? Нет, пока. Можно подумать, ты беспокоишься. Ну, Слав, зачем ты так? Слушай, Костя говорит, что лучше всего фуру поставить на трейдинг. Так будет надежнее. Мила, это неделя на все про все. А деньги срочно нужны. Он не может больше ждать, понимаешь? Мы и так уже 10 дней потеряли. Слав, ну ты из себя героя не строй. Ты же не мужик какой-то, чтобы с фурами возиться. Это им легко, они кинули права в карман и батрачат, сколько влезет. Да, права, это хорошо. Я тебе перезвоню. Так, категория, категория. Есть. Это Слава. Славочка, ты? Да, Софья Степановна, здравствуйте. А чего ты сегодня второй раз? Ты же еще утром все занесла. А, это на завтра. Я решила сейчас занести, потому что завтра меня не будет. Как не будет? Ну, я не смогу просто уезжать. Бросаешь меня, да? Софья Степановна, ну как я вас могу бросить? Я просто сделаю одно дело и вернусь. Заодно ваших любимых конфет привезу. Ну, ладно. Про конфеты не забудь. Хорошо. До свидания. Счастливо. Как она будет ездить, а? Ну, а права? Да есть у нее права. Она же с Сенькой за компанию получила, когда они учились в местной бурсе. Ну, до поступления в институт, до отъезда в город. Так это когда было? Лет 100 уже прошло. Ну, чего ты ко мне пристал? Причем здесь я? Возьми да сам с ней поговори. И вообще, что это ты из-за нее так переживаешь? Она не маленькая уже, справится. Ну, ты за рулем фуры ездила когда-нибудь? Да выключи, пожалуйста, этот пылесос, ну. Так, все! С меня хватит, я не хочу слушать ни о фурах, ни о славах. И вообще, а почему я только должна пылесосить? У тебя что, руки только для руля, да? Мила. Мила. Ванюш, просыпайся. Просыпайся, просыпайся. Завтрак на столе. Я еще 5 минут. Ванюш, ты сегодня ночуешь у Милы, она дома будет в 6. С чего это вдруг? У меня заказ на Добров, а это далеко. Сама поедешь? Ну да, только папе об этом молчок. Хорошо. А тебе можно? Ну, а кто сказал, что нельзя? Давай, давай, пойдем завтракать. Мам, подожди. Вот, держи. Такое, как у папы.
Только треснувший немного. Но это же не считается. Конечно, не считается. Спасибо, Ванюш. Пойдем, пойдем. Не передумала? Нет. Если хочешь знать мое мнение, ты сумасшедшая. Нет, у меня просто нет выбора. Слав, выбор есть всегда. Как ты не поймешь, это очень опасная работа. И вообще, ты извини, но это не для женщин. Кусь, ну перестань, а. Хорошо. Давай, запрыгивай. Сцепление медленно. Вот так. Радиус больше бери. Подтормаживай. Притормаживай. И сцепление подрабатывай чуть-чуть. Выравнивай. И газ. Сцепление плавно отпускай. Радиус. Еще радиус больше бери. Притормаживай по чуть-чуть. Ну, уравняй газ. Вот так. Не торопись. Давайте чуть вперед протяни и назад сдавай. Чего смотришь? Давай еще раз. Так, все, мне пора. Выходи. Главное, запомнил? Запомнил. Повтори. Да запомнила я, Кость. Повтори. Никогда не останавливаться на дороге, что бы ни случилось. Попутчиков не брать. Хорошо. Потому что на дороге сейчас неспокойно. Фуры грабят, водилы молчат, никому не охота с ментами связываться. Удачи. Спасибо. Чего надо? О, ты что ли? Ну? Все-таки села сама за руль. Ты что, не видишь, что у тебя колесо спущено? Как спущено? Ну, вот так спущено. Ненормально. Чего ж тебе дома-то не сиделась, дурюха? Да-да, женщина, твое место на кухне. Да чем эта работа хуже, чем... Чем что? Чем дома сидеть? Любимому мужу ужин готовить? Или ты не замужем? Мой муж Семен Милорадов, это его фура. Вы здесь недавно, что ли? Здесь недавно. А вообще я 20 лет баранку кручу. Или вы с ним поменялись? Ты теперь баранку крутишь, а он тебя дома с ужином ждет. Он в аварию попал, в больницу сейчас. Еще вопрос? Ну, теперь понятно. Ты куда едешь-то? Задорожный проезд 46. Карбышева, что ли, подрядилась? Нет, Леонид Посохов, заказчик. Знаете такого? Посохов. Знакомая фамилия. Не слышал. Ладно, мне ехать надо. И учись сама колеса менять. Королева дорог. А то в следующий раз меня не будет. Да умею я. А за помощь спасибо. Фома, иди сюда. Вон, Сенькина баба все-таки нашла водилу. Походу, дачник какой-то. Сейчас еще и окно поломаю. Лёнь, слышь, ты посмотри за этой погрузкой, а?
Одно окно! Сейчас. Аккуратненько. Тихо, 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 тихо. Опа. Грузи. Это что тут происходит? Погрузка. Машин не хватает. Я вот Сеньке звякнул на подмогу. Да, и он согласился? Ну, конечно. Деньги-то всем нужны. Ну, а кто за рулем? Как кто? Сенька за рулем. Милорадов Сеня. В больнице лежит с переломом позвоночника. Подождите. Вот же написано Милорадов, С. И подпись. Не Милорадов, а Милорадова. Это жена его. Так еще теперь что, выгружать обратно? Времени нет. Игнат! Чего? Пойди сюда. Жена Милорадова в рейс уходит, проводишь ее. Так я в Малоярск еду, это ж какой крюк давай. Успеешь, Малоярск. Милорадова. Права покажи. Давай быстрее. Так, все нормально. Фура загружена. Игнатия будет провожать. Вон он стоит. Держи за ним. Поняла? И станцию включи. 2,735 МГц, 15 канал. Справишься? Все нормально? Вы, наверное, что-то перепутали. Я вообще к Посоху подрядилась. Леня Посохов тебя только что погрузил, а он работает на меня. А раз подрядилась, поезжай давай. Все, время, деньги. Жми на газ. Карбышев сопровождение к Сининой бабе приставил. Mm-hmm. Ну, смотри сам. Так... Вот черт. Да делать мне нечего, как приглядывать за чужой бабой. Тоже мне королева дорог. Игнат! Игнат! Меня кто-нибудь слышит? Догонит он. Все знали, что Сенька в больницу попал, а он нет. Ха, как же. Дуру включил и думает, что и так ему все сойдет. Угу. Здорово. Здорово. Привет. Че, как новость есть? Да жара у нас тут. Карбышев рвет и мечет, походу, Ленька уже не жилец. Не жрался опять? Да кто его знает? Он бабу нанял груз добро везти. Так она или сама убьется, или груз ухайдохает. Ну, гомонись ты. Косян, прости, Саня не в курсах, что Славка твоя свояченица. Брат, прости, но ты бы видел, как она машину загоняла. Ну, мы тут все вылегли. Санек. Косян, а ты чё? Тоже без отстоя тебя впрягли? Да не, тягач привез просто. Карбышев уже не дурак, так подставляться, да? А мы не наемники. Это у них время, деньги. А у нас солдат спит, служба идет, да? Ладно, пацаны, бывайте. Давай.
отца попутчиков не брать. Приветик. Ну как ты? Привет. А мы тут принесли тебе кое-что. Ага. Здорово. Здорово. Как сам? Да нормально. Было, конечно, лучше, но нормально. А где мама? На работе. О, как. Моя жена предпочла мне общество пенсионеров. Ой, Сеня. Видимо, совсем не хочет меня видеть в таком виде. Ей не до пенсионеров. Она наконец-то взялась за голову. Че, неужели работу нормальную нашла? Ну, конечно. А что же она будет в своем соцобеспечении за копейки пахать? А так за один рейс заработает, как за полгода. За какой рейс? А она тебе не сказала? Славка груз на добро взяла. Погоди, какой груз? Она что, водила какого-то нашла? Да нет, сама поехала. Ты поговорил бы с ней, все ненормальная. Как сама? Кто дал заказ? Кто дал заказ? Карбышев. Что? Карбышев? Я сейчас врача позову! Сенечка, ну что ты, не волнуйся, не волнуйся так. Это не конец света, Сень, слышишь? Бабуле плохо стало. Давление 180. А скорая же долго едет. Ну, мы на своей и поехали. Ходовую заклинило, ну и стою. Не знаю, что делать. Вот, телефон не ловит. И мост на Добров как назло ремонтируют, все машины в объезд едут. Мост закрыт? Да. Тебе все равно бы пришлось ехать обратно. Километров бы 100 лишних дала маху. Все равно спасибо, что не проехала. Сейчас редко кто останавливается, да еще на фуре. Места у нас, говорят, неспокойные. Абонент по сезонной досяжности. Господи, голова кругом идет. Катюш, не доеду я. Доедешь. Тут недалеко осталось. Полчаса, и мы в больнице. Юль, положи бабушке подушку под голову и пересаживайся, мы едем. Садитесь. Хватит уже. Постыдились бы доктора, он вас с того света своими руками вытащил. Лучше бы я сдох, чем вот такое. Очевидно, бесполезно вам рассказывать о том, что нервничать в вашей ситуации не лучшее решение. Что вы знаете о моей ситуации? Послушайте, не нужно раньше времени себя хоронить. Установка импланта – это отличный шанс. Даст Бог, бегать еще будете. Вот. Почитайте, Аня. Да, и не разбрасывайтесь телефоном. Он вам еще пригодится. Абонент по сезонной досяжности.
лейтенант полиции Малыш и ваши документы. Послушайте, здесь такая ситуация. Ну что, Слава Анатольевна, походу права купили, а ездить не научились. Да вы что? Кто вас вообще за руль посадил? Ну что там? Не доеду я. Так, ждите. Сейчас поедем. Да что вы мне рассказываете? Связи не было, скорая не приехала. Вы что, не понимаете, что создаете аварийную ситуацию? Удостоверение заберете в отделении. Подождите, как в отделении? Послушайте, у меня груз. Я... Ну что, издеваетесь, что ли? У меня там бабуля умирает. Если я ее не довезу в больницу, я на вас в суд подам. Ей совсем плохо. Ну помогите же нам. Послушайте, ладно, пожалуйста. Ладно, пересаживайте свою бабулю в мою машину. Свою потом заберете. Пожалуйста, выслушайте меня. Мы с вами уже обо всем поговорили. Не мешайте заполнять протокол. Сейчас выписку свою получите. Сейчас приедем, укольчик сделают, и все будет хорошо. Товарищ лейтенант, ну, как-то не по-человечески выходит. Слава нам помогала бабулю спасать, а вы ее наказываете. Так, хватит. Да выслушайте меня, пожалуйста, я вас умоляю. Да, я первый раз еду на фуре, да, я нарушила правила, но... Вы думаете, я от хорошей жизни села за руль? У меня муж дальнобойщик, он попал в аварию, у него операция. Если я сейчас груз не довезу, то мне нечем будет заплатить, и он останется инвалидом на всю жизнь. Я умоляю вас. Ну, пожалуйста, ну будьте вы человеком. Держите. Но если еще раз увижу... Спасибо большое. На Добров прямо и второй поворот налево. Спасибо большое. Сень, привет. У меня от тебя 8 пропущенных. Что-то случилось? Да ничего не случилось. Просто вечер уже, ты не звонишь, не приезжаешь. Я волнуюсь. Прости, мне просто нужно было одну бабушку в больницу отвезти. Бабулю случайно не в Добров повезло? Тебе Костя сказал? Костя. Мне интересно, а когда ты собиралась мне сказать, что ты к Карбышеву подрядилась? Ладно, давай забудем о том, что ты села за руль без наезда, без опыта, но... Славка, почему Карбышева, а? Почему он? Сень, да это его кладовщик заказ выставил. Ну, сразу же не поймешь, от кого. Да и какая разница, нам же очень нужны деньги, чтобы оплатить имплант. А ты подумала своей головой, как я буду носить этот имплант, зная, что его оплатил Карбышев, а? Вот ты подумай. Сень! Сеня! Так, ну что ж, можно сказать, повезло тебе. Прям под закрытие прискакала. Да я хотела пораньше, просто не получилось. А ты знаешь, может, оно и к лучшему. У нас тут просто после обеда такое случилось. Кран завалился, 2 тягача в хлам помяло. Одним словом, еле растащили. Ужас какой. А, да, кстати, и если что, ты никуда не уезжай, прямо здесь ночуй. Ну, с утра обещают новую загрузку. Так что, спокойной ночи. Спасибо. Мам, а давай ты меня в следующий раз с собой возьмешь? Вот круто будет. Да какое круто, сынок. Ты что, сидишь всю дорогу в окно, смотришь, думаешь, как бы ненароком какую-нибудь легковушку не сбить. Я очень устала. Ты мне лучше расскажи, как твой день прошел? Ну, ничего нового. Все так же. Дашь поговорить? Тут это, Мила тебя спрашивает. Ну, дай ей трубочку. Я люблю тебя, сынок. Я тебя тоже, мам. Я посекретничаю со Славой, а ты иди в свою комнату, а? Я быстро. Алло, Слав, привет.
Слушай, тут такое творится на базе, о тебе только и говорят. Костя вообще сказал, что о тебе водила спор затеяли, доедешь ты или нет. А Игнат позвонил Карбышеву и сказал, что с тобой разминулся. Так Карбышев так орал, вся база слышала. В общем, кипиш ты навела. А мы сегодня у Сени были. Да, я знаю, говорила с ним. Ты извини, я просто думала, ты ему сказала, что груз повезешь. Он, конечно, молнией метал. А вообще, когда узнал про Карбышева, пришлось врача вызывать, чтобы его успокоить. Ладно, мил, ты не переживай, разберемся как-нибудь. Давай, спокойной ночи. Счастливо. Как нет загрузки? Вы же сами мне вчера сказали, чтобы я ночевать осталась. Ну, радость моя, вот ничего не знаю. Вот вчера загрузка была, а сегодня уже, к сожалению, нету. Ну и что мне обратно? Порожняком ехать, что ли? Другие же вон грузятся. Слушай, ну что ты от меня хочешь, а? Ну ты же прекрасно понимаешь, что я человек подневоленный. Так, работяги, стоять! С этим еще не определились. А вы куда? Стоп, я сказал, на месте. Я сказал, утром по накладной, 10-е окно. Говорил. Чего мы прёмся, 6-е? Карбышев где? В офисе был. А что-то случилось? Да само интересно. Давайте, в 10-е, я... Да. Что у тебя? Почему мне не дали обратную загрузку? Я на полный маршрут подписалась, и в итоге 400 километров порожняком отмотала. Я не могу рисковать ни грузом, ни деньгами, да и тобой. Так я доставила груз, без провожатых сама. Что не так? Все так. Я понимаю, тебе деньги нужны. Но водить фуру – это не женское дело. Я тебе оплачу доставку, и прогон, все оплачу тебе, но больше заказов от меня не будет. И мой тебе совет – поищи другую работу. Спасибо за совет. Я поищу других заказчиков. Алло, да, Николай Николаевич. Слава. У нас стали редко появляться. Решил позвонить. Чтобы операция имела эффект, необходимо принимать решение. Уже? Да, тянуть не стоит. Должен вас предупредить, операция тяжелая и возможны всякие риски. Но ведь если мы не попробуем, Сеня останется инвалидом на всю жизнь, ведь так? Да, но при этом сохранит двигательную моторику в верхней части туловища. А с имплантом он снова сможет ходить? Я не могу гарантировать, я не Господь Бог. Но я в это очень верю. Я сейчас приеду и подпишу контракт. Хорошо. Себя чувствуешь? Нормально. Прости, я в магазин не успела заскочить, я ненадолго. Я подписала договор на имплант. То есть я теперь Карбышеву должен ножки кланяться? Да. Нет, он отказался со мной работать. А чё так? Принципиальный? Или, может, ты лицом рядом с Милкой не вышла, а? Не обижайся. Сеня. Значит так, фуру надо продавать. Я с Костей поговорю.
Продаем фуру, оплачиваем кредит, оплачиваем имплант. Дальше я встаю на ноги, и у нас все хорошо. Нет, Сень. Что значит нет? Мы не можем собственными руками разрушить дело твоей жизни. Я разрулю. Ты разрулишь. Не убежать нужно. Рафинович, привет. Привет. 15-й, посмотри, Данченко. А, есть такой. Держи. Спасибо. Добрый день. О, ты чего забыла? 5-й, Милорадова. Чего? Иди, детка, домой. Не выдумывай. Я запрос отправляла, у меня подтверждение есть. Вон фура моя стоит. Эй, красава, ну сколько ты еще? Не задерживай очередь. Бойко, 34-й. Угу. Я еще не закончу. Мне же сказали, иди домой, или глухая. Иди, 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 иди. Так. Так, Бойко. Да. Держи. Я тебе отолью, конечно, немного, но ты не трать так сильно. Хорошо. На, подержи. И к очень грязным машинам не подходи, а то тряпка быстро испачкается. Хорошо. И улыбайся, так больше платят. Пойдем. Софья Степановна, продукты в холодильнике, я все разложила. Спасибо. Славочка, а ты видела вчера сериал? Ой, как он называется? «Долгая дорога к счастью». Так все жизненно. Нет, не смотрела. Ну, верю. «Долгая дорога» — это очень жизненно. Прям про меня. Вот и я говорю. Софья Степановна, извините, мне позвонить нужно. Ну, позвони. Здравствуйте, это Слава. Я хотела бы уточнить место погрузки. Слава? Да, Слава Милорадова. А, конечно, я вас наслышан. Но тут произошла небольшая накладка. Это ошибочное уведомление. Я уже отменил заказ на сайте. Прошу прощения за неудобство. Скажите, пожалуйста, это потому, что я женщина? Ну что вы, конечно, нет. Понятно, спасибо. Что там у тебя, моя дорогая? Да ничего. Ничего не получается. А я ему уже обещала. Ну, не расстраивайся. Ну, не расстраивайся. Все будет хорошо. Ну что, все показатели в норме. Будем готовить вас к операции. Я вижу, вас что-то беспокоит. Если операция пройдет неудачно, и я не смогу ходить, тогда что? Вы знаете, нас, медиков, часто ставят в один ряд с Богом. Но мы такие же люди, как и все. И часто все зависит больше от пациента, чем от врача. От настроя, от желания жить, желания бороться. А если у меня нет желания жить? Если у меня нет веры в себя?
Раньше был нормальным мужиком. Я отвечал за себя, отвечал за свою семью. А теперь, получается, я сижу на шее у своей жены. Скажите, а как давно вы знакомы со Славой? С детства. Мы жили в соседних домах, потом вместе ходили в школу, потом вместе в училище. Потом, знаете, Славка уехала учиться, и я чуть с ума не сошел, пока ее не было. Места себе не находил. Потом она вернулась, и вроде все наладилось. Вроде. Ну вот. Так и надо думать. Все наладится. У вас замечательная жена. Дай Бог каждому. Она очень верит в вас. И вам надо верить в себя. Вера, она чудеса творит. Я постараюсь. Привет. Привет. А я увидела, что ты приехала. Запеканочки вам принесла. А где Ваня? В школе на допах по информатике. А, ты садись, садись. Кушаешь сейчас? А то ты совсем исхудала. Скоро за шваброй прятаться будешь. Карбышев был прав. Никто не хочет со мной работать. Они как только слышат, что женщина, сразу трубку бросают. Деньги из соцобеспечения пришли. Ну, хорошо, не лишние. Да, только в два раза меньше, чем я ожидала. Два отгула за свой счет, аванс из кассы взаимопомощи. Ну и вот, получается, на один раз продуктов купить. Поешь. Да что-то не хочется. Спасибо. Тебе Костя говорил, что Сеня собирается фуру продать? Правильно хочет, что израстаять. С долгами рассчитаетесь. А там Сеня поправится. Что-нибудь придумайте. Я же забыла, у меня на плите... Спасибо. А может, вам стекло помыть? Давай, только начисто. Хорошо. Эй, ты чего? Ванька, Ванька! Что с тобой? Вань! Эй! Помогите! Помогите, помогите! Ваня, Ваня, дыши, Вань! Дыши, Вань, дыши! Дыши, дыши, дыши! Ваня, Вань, подожди, стой! Сейчас! Ванька, дыши, дыши, дыши! Алло, дыши. Скорая! Вань! Здесь ребенку плохо. Ваня, задыхается. Ваня, шоссе строителей. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где я могу найти доктора Краснова? Вам туда. Если что-то случится, я этого не пережу. Да, ну успокойся, Слава, ну что ты? Извините, пожалуйста, вы не доктор Краснов? Да. Ваня Милорадов, что с ним? Вы мама? Да. Вы же знали, что при его астме ему нельзя никакой химии. А он машины на улицах мыл. Хорошо довести успели. Успели. Значит, с ним все нормально? Нормально. Мы его стабилизировали, минут через 5 укол подействует. Пусть поспит, а утром можете его забрать. Я могу хотя бы взглянуть на него? Конечно. Хотел. Да, я понимаю. Я очень это ценю. Только, пожалуйста, больше так не делай. Борис Дмитриевич, господи!
скорее, пожалуйста. Держитесь, миленький. Что с ним? Дед газом отравился. Живет один. Может, и нарочно открыл. Одиночество штука неприятная. Ну все. Пусть спит. Так где же она? Да не переживайте, мужики, будет сейчас. Ребенка в больницу повезла. Я наберу ее. Алло, Слава, ну что за шутки, а? Покупатель нервничает. Ты где? Слушай, я понимаю, что ты не хотела продавать фуру. И денег немного, 20 тысяч всего. Но зато сразу и Сеня так захотел. Где ты, а? Ты уже здесь? Здравствуйте, извините за опоздание. Приветствую. Так, сколько, говорите, ей лет? Я же говорю, 2 года всего, свежая. Я гляну. Да, вот ключи. Запрыгивай. Добрый день, Слава Анатольевна. Мы не застали вас дома, приехали сюда. Вот Тамара Андреевна, имущество банка. А в чем дело? Документы на машину, пожалуйста. Вы мне объясните, что происходит. Сожалею, но я вас предупреждал. Или вы находите поручителя, или... Дайте мне еще немного времени. Ввиду отсутствия поручителя, банк вынес решение отозвать кредит. Машина будет арестована до момента урегулирования задолженности. Слава, я не понял, что происходит? Пока вы не урегулируете вопрос, банк накладывает арест на свое имущество. Ключи, пожалуйста. И документы. Кость, закрой машину, отдай мне ключи. Слава. Что? Привет. Привет. Привет, я заждался. Как ты? Да нормально. Дату операции наконец-то назначили, так что скоро все это закончится. Надоело на этой койке валяться. Так быстро. Ну а что тянуть? Слав, ты давай рассказывай, что там с машиной? Костя звонил, покупатели приходили, не приходили, что сказали? М? Приходили. И? Посмотрели и сказали, что будут думать. А что тут думать-то за такую цену? Слав, с тобой все хорошо? Да, все хорошо. Просто волнуюсь за тебя. Не надо. Брат, не надо за меня волноваться. Скоро все будет хорошо. Слава Анатольевна, Слава, подождите секундочку. Николай Николаевич, спасибо вам большое. Вы знаете, уже дату назначили. Да. Надо срочно оплатить по договору. Отказываться нельзя. Бронь с импланта снимут. Ну, а если этот уйдет, потом опять ждать. Их быстро разбирают. Качество отличное, сами понимаете. У вас есть деньги на операцию? Да, да, конечно. Я все оплачу. Ну, хорошо. Тогда мы уготовим вашего мужа, а как только вы оплатите, сразу мне сообщите. Хорошо. Спасибо. Что значит не можете? У меня сроки горят. 20 фур на границе стоит. Я все понимаю, но от меня мало что зависит. Очередь, понимаете? Понимаю. Очередь у него. Да. Можно? Чего тебе?
я... Мне просто больше некому. Что случилось? Сеня, на операцию деньги нужны. В долг не дам. Но могу выдать аванс за перевозку. Банк фуру описал. Это аванс. Здесь больше, чем нужно. Отработаешь. Но при условии, что будешь работать только на меня. Если сомневаешься, могу дать время подумать до вечера. Посоветуешься с мужем. Да нет, договорились. Погрузка ночью. Советую поспать перед рейсом. О, привет. Привет. Вот. Ты что, все-таки уходишь? Угу. Ну, не могу я разорваться. Пока в рейсе была, Дмитрич вон в больницу попал. Да, я слышала. Ну, это же не твоя вина. Моя, не моя. Ему нормальный уход нужен. А не как я, день через два. Ну, ты это, если передумаешь... Мы только рады будем. Но я просто хочу, чтобы ты знала. Я знаю. Спасибо. Пока. Да-да, так далее. Ну, хорошо, я же говорил, что фуру купят. Смешно бы было за такие деньги не купить. Ты в банк уже ходил? Нет, пока. Только за операцию рассчиталась. Mm-hmm. Слав, не переживай так. Я на ноги встану, и все наладится. Ладно, сейчас с долгами рассчитаемся. Один раз поднялись, и второй раз поднимемся. Главное, что ты с Ванькой рядом. Ты же рядом? Ну, конечно. То есть, как это контракт подписала? Освободилась место на операцию. Нужны были деньги. Решать надо было быстро. Ну, что непонятного? Боже, идиотка. Идиотка, она же даже не посоветовалась. Ну, а что бы ты сделал? Ты что, у нас тайный миллионер? Что, и отказаться нужно было? Да все что угодно можно было сделать, лишь бы не подписывать контракт с Карбышевым. Не ори, у нас вообще-то Ванька. А что это ты так распереживался? Когда Карбышев руки распускал, ты так не нервничал. Ты прекрасно знаешь. Я тогда в рейсе был. Да и... Что да и? Что? Хочешь сказать, сама виновата? А Сенька за меня вступился, не ты, и он уволился. Посмотрел бы я, чтобы... Сказала, если бы я без работы остался. Все. Мия. Я дурак. Я же тебя люблю, ты же знаешь.
Знаю. Ну, Славка, она наивная просто. Она же понятия не имеет, во что она встряла. Так у нас только и разговоры про Славу. Все, садись ужинать. Все, понял. Больше никаких разговоров про Славу. Слава, подожди. Вот, котлетки свеженькие. Возьми, покушаешь. Спасибо, Нина. Как Ванька? Ванька спать собирается. Ну ты чего, как с креста снятая? Да волнуйся, операция завтра. Нил, пожалуйста, не говори себе ничего. Я ему сказала, что задаток за фуру дали. Ну ты после операции с ним поговори. Поговорю, конечно. Все, поехал. Угу. Спасибо, что Ваньку приютила. Удачи. Ты что творишь? У тебя уже перегруз 2 тонны. Ну так, а чё 2 раза машину угоняют? Ничего, довезет потихоньку. Ну. А штраф потихоньку ты заплатишь? Еще раз увижу волю. Понял? Стой! Понял. Выгружай лишнее. А ты что стоишь? У тебя перегруз. Я за тебя с ментами разбираться не буду. Так а я тут при чем? А за товар ты отвечаешь. Ставить эмоцию на резин на физрастворе и нож по 1.5%. Мамочки, Сеня, осторожно. Осторожно, осторожно. Слава! Вы сейчас подождите. Это гарантия на имплант от производителя. Ага. Сохраните, мало ли. Хорошо. Да, и помните главное, самое важное сейчас это покой и равномерные физические нагрузки. И через пару недель ко мне на осмотр, да, и прикупите костыли, даст Бог, пригодятся. Вы не представляете, как он обрадуется. Спит и видит, как за руль снова сядет. Это совершенно исключено. Дальние поездки – это огромная нагрузка на позвоночник. На ноги я его поставлю, но пусть ищет другую работу. А вы ему об этом говорили? Нет. Пожалуйста, не говорите ему, я сама лучше. Потом как-нибудь. Хорошо. Но вы же понимаете, сказать все равно придется. Да, конечно. Спасибо вам за все. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Приедем домой, дневник покажешь. Да? Окей. Хорошо. Ну что, домой? Да. Поехали, поехали. Поехали. Здорово. Так, а что здесь делать наша фура? Ванюш, беги домой, чайник поставь. Ага. Я слушаю.
прости, я должна была раньше тебе сказать, просто не знала как. Почему опять Карбышев? Мы договорились, ты обещала. Сенечка, пойми, у меня не было другого выбора. Банк на фуру арест наложил. А на операцию нужны были деньги, срочно. И я не знала, где их достать. А Карбышев, он дал аванс. И поручился за нас в банке. А теперь ты их отрабатываешь, да? Только за рулем или... Костяныч, иди сюда. Чё? Я уже тебе звонить собирался. Завтра спецпогрузка. Ну, как всегда. Будь готов. Я не поеду. Что-то случилось? Ничего не случилось. Просто не поеду. Я свою на этой неделе уже откатал. А, ты же понимаешь, что я тут не главный. Тут все Карбышев решает. Понимаешь, Костян, ну не репенься, ну мы же договорились. Отработали. Сколько тут осталось? Пару месяцев и все. Лети, свободный птах. Пойдем обедать. Пойдем. Я не понимаю, чего ты добиваешься. Уже 2 месяца прошло, а вы со Славкой как кошка с собакой, честное слово. Вот что она такого сделала? Вот работает она на Карбышева, и что? Она же не ради себя на это все подписалась. Ради кого? Ради вас. Я ее об этом не просил. Конечно, ты не просил. Ты понимаешь, что все, что она делает, это ради семьи и ради тебя, дурачка. И вообще, если ты хочешь знать мое мнение... Нет, не хочу. Но разве тебя это когда-то останавливало? Так вот. Вообще, я считаю, что тебе пора уже свои сопли подобрать. Серьезно? Ну, со Славкой помирись. Пусть отработает этот чертов контракт и придумайте что-то вместе. Ну, где ты такую, как Славка, найдешь? Ты думаешь, другая будет с тобой нянчиться? И вот этот твой дурной характер терпеть? А теперь все сказала? Да. Значит, слушай меня. Не лезь не в свое дело. Мы со Славкой сами разберемся. Посуду сам помоешь? Конечно. Thank you.
увижу я тебя. Прикинь, ты единственная остановилась. Здоров, что стучишься? Здоров. Ну, пойдем покажу. Короче, дело такое. Покрышку в хлам разорвало. А запаска есть? Да запаска-то есть, но прикол в том, что я дурак китайский домкрат купил, вот он и сломался. Ну что, поможешь? Ну, конечно, со мной же должок, не помнишь? И домкрат у меня есть. Ща. Фиёк. Я присяду? Да в чём вопрос? Я смотрю, ты на дороге вообще освоилась. А то я как вспомню тебя первый раз, как увидел. Глазище, во! Ноги трусятся. Да, было дело. Ну, сейчас уже нормально. Ну, и долго ты так собираешься батрачить? Пока не знаю, с Карбышевым контракт на год. А там посмотрим. А муж твой как? Да ничего, полегче, слава богу. Скоро на фуре сменит тебя. А вот это вряд ли. Врачи сказали, что ему дорога в дальнобой закрыта. Так чё? Оставайся. Работа не пыльная. Угу. Крутишь себе баранку, смотришь по сторонам, наслаждаешься. Тебя послушать лучше не бывает. Угу. Хотя я почти привык. Свободу почувствовал. Угу. Это тебе не дома сидеть, борщи варить. И крестиком вышивать. Держи. Глазу приложи. Пап, ты ходишь? Да, пока только учусь. Сюрприз для мамы готовы. Ты мне лучше, боец, расскажи, из-за чего это все? Да так. Из-за мамы? Значит так, никого не слушай. Ты же сам все время на нее сердишься. Сержусь. Дай. Сынок, я не прав. Маме сейчас очень тяжело. Она крутится, как белка в колесе. И нас всех обеспечивает. А многим людям это не нравится. Вот они и болтают всякое. Дураки они. Дураки. Мы с тобой давай не будем дураками. Угу. Не будем маму расстраивать, не будем ей про все вот про это рассказывать. Правильно? Угу. Договорились? Давай, подержу. Тихо. Терпи, взрослые. Пап, мама идет. Давай, садись. Ты помнишь про драку и про мои костыли ни слова, да? Ой, а вы уже ужинаете? Я думала, голодными сидите. Собиралась приготовить что-нибудь. Привет. Привет. Вань, что случилось? Что с тобой? Ты что, подрался? Нет. Это коробка со шкафа упала.
По лицу проехала. Как проехала? Так надо к врачу сходить, вдруг сотрясение. У тебя голова не болит? Слав, ну какое сотрясение, а? Обычный пацанский фингал. 2 дня и пройдет. Давай, быстренько мой руки и присоединяйся. Мы тебя ждали. Молодец. Что происходит? Это я. Мне папа разрешил. Заниматься буду. А который час? 10 уже. А чем так вкусно пахнет? А это папа завтрак готовит. Пап, мама проснулась. Прекрасно. Омлет на стол ставь. Ну а что? Надоело штаны просиживать. Господи, ты не представляешь, как я рада. Ну все, 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 все. Давай, садись, мы кормить тебя будем. Какое счастье. О, кофе неси. Давай ешь. Ванюша, спасибо большое. Ешь, давай. Знаете, я тут подумала, что если нам сегодня втроем к речке прогуляться, а? Давно не были. М? Ты уверена? Такая нагрузка на спину. Я справлюсь. Ну, действительно, почему бы нам не прогуляться? Погода вон хорошая. Я лично за. Отлично. Ох. Карбышев. Не отвечай. Алло. Нет, я не могу. У меня выходной и уже планы на день. Слава, твои планы подождут. Собирайся, больше некому ехать. Жду через час на погрузку. Мне надо ехать. А знаете что? Я подменюсь. Я сейчас машину на базу отгоню и подменюсь. Ну, если подменишься, мы тебя подождем. Хорошо. Да. О, ты приехала, отлично. Подгоняй машину ко второму окну, я девочкам документы передал, так что будь готов. Михаил Александрович, я не смогу сегодня поехать. Тягач стоит, если надо, пользуйтесь. Подожди, почему здесь тягач? Мы же с тобой обо всем по телефону договорились. Некому ехать, ты понимаешь? А груз срочный, как назло. Я бы тебя просто так не попросил. Ну, меня дома ждут. Ну что, вообще некому поехать? Смотри. Это те, кто сейчас в рейсе, это те, кто в отстое. Кем тебя заменить? Скажи, я заменю. Кем? Ну, хорошо. Я поеду.
Да. Сень, не удалось мне подниматься, тут прочный груз в Зареченск. Надо ехать. Алло, ты меня слышишь? Слышу. Ты знаешь, никто не сомневался, что так... Как будет? Ты же у нас незаменимая, да? Как там Ваня? Нормально. Ты ему скажи, что мы к реке завтра пойдем. Сень, я постараюсь побыстрее. Я завтра уже буду дома, обещаю. А потом возьму выходные. Много. Ну, сколько дадут? Посмотрим. Долго еще? Да чего мы такие нервные? Сейчас погрузим и поедешь. Не получилось? Нет. Ничего. В другой раз. Как-нибудь. А ты чего уселся? А? Иди доставай свой коптер, пойдем во двор, посмотрим, на что он способен. А вот коптер – это хорошая идея. Давай. Слава, я тут перегоны проверил. Назад без остыни не дотянешь, у тебя в Зареченский отдых по графику. Так что поеду с тобой запасным. К утру будешь дома. А... Куда это Карбышев со Славкой намылится? Ты, господи, подкрадываешься. Груз срочный. А у нас Карбышев чего теперь? Все срочные грузы сопровождает? Телохранитель, что ли? Хозяин, барин. Давай правее. Правее, правее, не выше. Левее. Так. А теперь выше. Так, давай на максимум. Поднимай, поднимай. Это все. Ага. Ну, я думаю, что если стабилизатору добавить регулятор скорости, то метров 20 высоты мы еще выиграем, да? Угу. Ага. Никого в классе такого нет. Ага. Я же решил, что когда вырасту, стану летчиком. Летчиком. Для того, чтобы летчиком стать, надо хорошо учиться. А ты хотя бы оценки по математике исправь. Давай, следи, следи. Пап, ну ты же знаешь, что я за последние 2 месяца все предметы подтянул. И математичка меня недавно хвалила. Сказала, что видно, я занимаюсь. Хорошо. Давай, 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 соседний двор. Давай. Так. Ага, хорошо. Пап, а мама нас не бросит? Почему она должна сбросить? Следи давай. Значит так, сынок, мы с тобой взрослые и не пропадем, даже если что-то случится, да? Ну все, хватит. Давай, опускай. Глаз. Держи. Пойдем, поедим чего-нибудь. Пойдем. Давай. Прости, в бухгалтерии задержали. Поехали? Не-не-не, я поведу. А ты ложись, вымытал тебя всем. Давай. Да нет, спасибо, я лучше дома. Ложись, дремнешь, быстрее дома окажешься. Давай, бегом. Что хоть не на полном ходу шли, но картер пробили, надо где-то стоянку искать. Черт, этого только не хватало. Прости, пожалуйста, надо будет остановиться, переждать, но хотел, чтобы ты к утру дома была.
вкуснятина какая. Мне мама такое в детстве варила. С травой, как она называется, не помню. Душица. Точно, да, душица. Я ладушки делала с вишневым вареньем. Вкуснятина. Я раньше тоже часто своему сыну оладушки делала. Оладушек нет, но вот чем богаты. Ух ты! Домашнее печенье. О, я иногда за такое печенье готов все деньги отдать. Чего мужу не отвечаешь? Не хочу, чтобы он зря нервничал. За меня. Готов поспорить, ты не сразу ему сказал, что работаешь на меня. Я думаю, он скорее согласился бы остаться инвалидом, чем быть у меня в долгу. Особенно учитывая те обстоятельства, при которых мы расстались. Перезвони, чтобы не волновался. Мне кажется, это не ваше дело. Как скажешь. Гость! Привет. Чего там? Не спится тебе? А так, вышел. Воздухом подышать, ноги немножко размять. Делаешь успехи? А. Слушай, я хотел спросить, там у вас на базе реально завал? Ну, Славку сегодня с утра просто вызвали, сказали, замены нет. Да не спрашивай, там полный шлак сам. На минуту домой заскочил и на базу, потом снова в рейс. Хорошо. Ну, давай, хорошей дороги. Спасибо. Сень. А? Там, это, Славка с Карбышевым уехала. А. Я взял два номера. А с грузом как быть? Не волнуйся, заберут, я вызвал тягач. Так штраф же. Да я разберусь. А завтра твою фуру на ремонт отправим. Спасибо. Не за что. Ты есть хочешь? Там ужин разогревают. Нет, есть я не буду, я с первой попыткой домой поеду. А, хорошо. Твой номер 5. Спасибо. Я дома. Привет. Привет. А Ванька где? Гуляет. А я, представляешь, в темноте на трубу налетела, картер пробила. Пришлось в мотеле заночевать, домой на попутках добиралась. Здорово. Как у тебя все складно получается. Картер пробила, в мотеле заночевала. Сень, что опять не так, а? У меня почти нет сил, я целыми днями работаю. А ты вместо того, чтобы... Работаешь. Я знаю, с кем ты всю ночь на трассе работала. Не надо здесь из себя жертву строить. Ты что такое говоришь? Ты сам себя слышишь? Я себя слышу. Весь поселок знает, что ты с Карбышевым шашни крутишь. А ты, значит, веришь? А я верю. Сень. Руки убери. Сень, ну перестань. Ну все же хорошо, ты почти ходишь. Осталось только немного потерпеть. А что конкретно я должен потерпеть, а? То, что тебя никогда нет дома, то, что ты постоянно на работе, то, что ты меня перед людьми позоришь. Сеня! Что конкретно я должен потерпеть?
Карбышев, конечно, хорошо устроился, да? Я дома, никому не мешаю, ты на него работаешь. А еще он герой, не оставил дальнобойщика в беде. Круто! Сень, ну зачем ты так? Карбышев нам помог. Серьезно? Такие люди, как Карбышев, не меняются. Бабником он был, бабником и останется. Или ты хочешь сказать, что он тебе не приставал? Перестань! Или ты думаешь, он для тебя сделает исключение, а? Так вот, дорогая, не сделает. Он никогда ни для кого ничего просто так не делал. Послушай, ты его совершенно не знаешь. А? Зато ты его теперь очень хорошо знаешь. Ты куда собрался? У Мирона поживу, пока он в отъезде. Вчера вечером заходил, ключи оставил. Просил за автомастерской присмотреть. А я хоть каким-то делом займусь. Сеня, перестань. Давай поговорим. Да мы вроде уже поговорили. Славка, ты определи, что ты хочешь. Сеня, я хочу, чтобы ты остался. Да не останусь. Ванюша. А подожди минуту, я сейчас приму. А ты куда? Я с папой пойду. Его дядя Мирон попросил за автомастерской присмотреть. А ему без меня не справиться. Ванечка, да ты что? У тебя же астма. Тебе самому уход нужен. Я за ним присмотрю. Пойдем, сына. Пойдем. Мам, привет. Привет, Ванюша. Привет, Сенечка. Чего звонила? Ботинки твои теплые достала. Холодает уже? Я как раз забежать на выходных собирался. У вас все хорошо? Как папа? Да все нормально. Чего ты? Мы же не маленькие. Ты голодный? Не, я не голодный. Мне бежать надо. Я папе обещала после школы в автосервисе помочь. Ванюш, что ты делаешь в этом автосервисе? Да мы там такое мастерим. Сейчас квадрокоптер переделываем. Только папа не любит, когда я опаздываю. Поэтому... Не пора, я побежал. Пока. Она уже до двора добралась. Ну ничего, перебесятся и снова сойдутся. Ничего страшного. И вообще, хорошо, что фура в ремонте, а Слава дома. На дорогах снова неспокойно стало. Как же вы меня достали с этими своими фурами? Ты бы сходил к Сене, поговорил с ним? Чего я-то? Ты сестра, ты иди говори. Да он меня слушать не захочет. Ладно, Сеня психанул, но кто же знал, что Ванька возьмет и уйдет с отцом? Ну чего? Он пацан. Что ему с мамкой? Ему с батей интереснее. Интереснее? Они вообще о Славе подумали? Для ребенка нужно, чтобы было два родителя. Кость, это же завтра выходной, да? Сходи к Сене. Ну, пожалуйста. Ладно, схожу, схожу. Леня, у меня уже четвертые сутки за баранкой. Игнатушка, я понимаю, понимаю, что товар-то ждать не будет, но мне надо, понимаешь? Так и мне ж надо, Леня. А я что думаю здесь? Прохлаждаюсь, понимаешь? Да, короче, никуда не поеду, ясно? Я отгул по графику. Отгул? Может, засуну себе этот отгул, понимаешь? Иди собирайся. Короче! Товар не ждет. Здравствуйте. Че орешь? Да, людей не хватает тут. Игнат себе отгул захотел. Да, сегодня привезли.
Славке звонил, так она трубку не берет. Пропала куда-то. Не, ну я понимаю, королева дорог. Дай ключи сюда. Так и с товаром-то что делать? Я терплю твое пьянство, пока ты справляешься со своими обязанностями. А если мне самому приходится разбираться, то груз повезет. Нахрена ты мне нужен? Или ты работаешь, или мы прощаемся. Ты понял меня? Понял. Точно? Здорово, Сень. О! Нормально устроился. Ага. Здорово. Здорово. А ты что здесь? Милка на переговоры прислала. Чего? Да нет. Это, машинку глянешь мою? Сейчас стучит там. Я вчера пересмотрел все, перебрал. Она стучит, зараза. Ну, давай глянем. Да! Давай помогу. Не надо, я сам. Сам! Давай. Машинку свою загони. Да давай помогу. Да я сказал, я сам. Ча. Ча. Слава! Приветик. Привет, Милан. А я тут на работе отгул взяла, а то сколько можно то за себя, то за Дашу, то за Машу. Устала. Что, Сеня, не заходил? Нет. Ну, ты не волнуйся, ты сама говорила, он вспыльчивый, но отходчивый. Посидит в своей мастерской и вернется. Ну, что ему там делать, правда? Не знаю. Я уже вообще ничего не знаю. Я не понимаю, как мне дальше жить. Может, я что-то не так делала, может, нужно было как-то по-другому. Ну, все ты так делала. Другая вообще на твоем месте сдалась 100 раз. Mm. Просто Сеня, он такой дурачок. Он сам боится, что ты его бросишь. Вот первый ушел. Но он вернется. Да не вернется он, Мил. И все, что я делала, все пустое. Я думала, мужа спасаю, семью. А семье оказалось, это не нужно. Так, все наладится, он все поймет. И будет у вас все лучше, чем раньше. Твоя фура приехала. Вернули машину, принимай. Поехали, проверишь, как она, и подбросишь меня до офиса. Садись. Тебе акт выполненных работ все равно подписывают. Без тест-драйва никак. Давай бегом. Ну, вроде ничего стучать не должно. Колодки менять надо. Эти пару месяцев еще отходят. Потом ко мне заезжай по меня. Заеду? Ну, спасибо, Сень. А что такое? Ты что? Да убери давай. Баньки на мороженое. На мороженое. Его сейчас ничего, кроме квадрокоптеров и самолетов, не интересует. Прикинь, летчиком решил стать. Каким летчиком? У него же астма. 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 Я ему пока ничего не говорю, не хочу расстраивать пацана. Да. Поводов у него для расстройства хватает. Так, а чего? Где Ванька-то? Повидаться хотел? Прикинь, на допах по математике. Учится пацан. Так, а мы что, может, с тобой прокатимся? Послушаешь машинку заодно, мало ли. А я заправлюсь. Ну, давай. Заодно мороженое купим. Thank you.
И долго ты собираешься у Мирона ошиваться? Пока он не вернется. То есть домой не собираешься возвращаться? Как-то по-идиотски все получается. Славка мучается, ты мучаешься, Ванька вдобавок. Ну он-то за что, а? Пацану 12, ему нормальная семья нужна. Скажешь нет, Сень? Mm-hmm. Чего ты молчишь? Машину слушаю. Если ты бесишься из-за Славки и Карбышева, так не было у них ничего. Ну чушь все это, сплетни, Слава, она же не такая. У нее вертихвостка она. Ради вас с Ванькой старается. Не, ну я хорошо, я понимаю. Вспылил, показал свой характер, молодец. Ну, может, хватит уже, Сеня. Знаешь, у меня такое ощущение, что тебе Милка текст писала. М? Да при чем здесь Милка, ну? А у меня такое ощущение, что тебе кажется, будто тебе все плохого желают. Но это не так, Сеня. Ну что, машина, игрушка. Ребята постарались на совесть. Кстати, когда выходишь на работу? Я понимаю, что у меня контракт. Нет, но... дело не в контракте. Мы его можем прямо сейчас разорвать, и я все равно останусь твоим поручителем перед банком. Просто мне кажется, когда ты за рулем, ты... ты другая. Я скучаю по тем временам, когда сам ездил на фуре. Я чувствовал себя тогда свободнее. А потом решил заняться бизнесом. Невал, ночевал на этой чертовой работе. Компанию устроил. Жена не выдержала, сбежала. Иногда хочется бросить всех к чертовой матери, сесть на фуру и мчаться за горизонт. И что мешает? Ранее сделанный выбор мешает. На Славке уже лица нет. Возвращайся, а? Не дури. Она на работу не выходит, дома сидит. Вообще не факт, что она Карбышеву на базу... Все, хватит, ладно? Я сегодня вечером заеду домой и посмотрим, что будет. Вот. Хорошо. Давай заправимся. Давай. Кофейку бахнем. Я пас. Дома, говоришь? Поехали. Не заправляй. Ленчик, привет. Тебя здесь ждут. Здорово, Ленчик. Здорово. А нам как раз нужна твоя консультация. Случилось что? Понимаешь, мы очень трепетно относимся к нашему скромному бизнесу. Очень много сил положили, чтобы поставить его на ноги. И вдруг ни с того ни с сего наши партнеры докладывают, что к ним доходит не весь товар. Мы занервничали. А ты знаешь, когда мы нервные, мы становимся злыми и дотошными.
прошерстили, как говорят, все возможные пути дороги. И на тебе. Выяснили, что это ты толкаешь товар налево. Вы что, вообще ополоумели, что ли? Я тут вообще не при делах. Я тут кто? Посмотри-то. Птичка маленькая, пешка. Здесь им Карбышев руководит. У него все вот эти вот схемы. Он вообще в последнее время меня даже от некоторых погрузок отстранил. Наверное, мутит что-то со своей любовницей. С любовницей? Есть тут одна королева. Дальнобойщица. Вот. Карбышев ее холит и лелеет. Понимаешь? И даже сам следит за ее погрузками. Вот, может быть, они вместе толкают часть товара налево. Интересная версия. Мы ее обязательно проверим, Ленч. Но если она окажется ложной, я тебя не завидую. Когда у этой королевы рейс? Самое время продавать. Да не буду я ничего продавать. Пусть бегает. Да, Сенька чего думает по этому поводу? Сеньку я после той встречи на заправке не видела. Слав, ну что вы творите, а? Ой, Костя, ну ты же знаешь Сеню. Если вобьет себе что-то в голову, не отступится. А я устала оправдываться. Пусть живет как хочет. А Ванька как? Слав. Ты не видишь, над этой фурой одни неприятности. Брось ты ее, а? Ну, до конца года с Карбышевым контракт отработаю, там посмотрим. Да и к дороге привыкла, и кредит надо как-то выплачивать. Ничего ты про дорогу не знаешь. Кость, ну хватит, а? Поехала я. Как обещал, королева на дороге. Встречайте. Хорошо. Замечательно. Я вас поздравляю. Все даже лучше, чем я ожидал. Ну, неплохо бы еще пройти курс пассажа. И про ЛФК надо не забывать. Ну, а в целом вы восстанавливаетесь очень быстро. Спасибо, Николай Николаевич. Прекрасные новости. Уже руки чешутся, как хочется сесть за руль тягача. Никакого тягача. Это совершенно исключено. Я сейчас не понял. Ну-ка.
Профессия дальнобойщика – одна из самых вредных для сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Все эти ваши 8-часовые перегоны – это огромная нагрузка на позвоночник даже здорового человека, не говоря уже о вас. Так что про руль нужно забыть. Если вы не хотите опять вернуться на больничный... Стоп, 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 стоп. Что значит забыть? Зачем нужна была эта чертова операция? А почему мне сразу ни о чем не сказали? Ну, что вы хотите всю жизнь прокататься в инвалидном кресле? Я со Славой говорил, что за руль вы больше никогда не сядете. Вы Славе говорили? Здорово. Спасибо. Радуйся, что ходишь! Лежите, лежите, сейчас я... Где болит? Сейчас, сейчас, лежите, лежите, сейчас я скоро. Стой! Стойте! 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 Помогите, пожалуйста, у меня фуру угнали. Садитесь, сейчас нагоню. Сколько можно об одном и том же? Ну, не сказала она тебе, и что бы это изменило? Так, все, оставь меня в покое. Наконец-то. Чего, Сенька звонил? Да, орал, что Слава ему не сказала, что он фуру не сможет водить. А на что он рассчитывал? Пусть спасибо скажет, что вообще ходит. Ты не забыл, что мы с тобой идем к Светке на день рождения сегодня? Я вот думала, что мне надеть? А Светка вообще сказала, что она будет в Дольче и Габбана. Вот дурочка, если бы она знала, сколько Дольче и Габбана реально стоит. Ну так что? Так что? Светка будет в нокауте. Прости. Что там? На базу срочно вызывают. Костя, я пообещала, что мы придем вдвоем. Но сколько я могу ходить в гости, как будто бы у меня вообще мужа нет? Костя, ты обещал мне. Я тебя прошу. Это спецрейс. Не заводись, хорошо? И не надо мне звонить каждые 5 минут. Я освобожусь, я сам тебя наберу. Угу. Хорошо? Угу. Люблю тебя. Пожалуйста, вызовите полицию. Я телефон в машине забыла. Остановите машину. Слышь, лихая баба. Прям на ходу выйти собралась? Что вам от меня нужно? Да, все, успокойся. Сейчас на базе проведем таможенный контроль. Если груз чистый, тебя никто не тронет. Берите руки. Так, все. Берите руки. Чего, не дури. Как говорится, расслабься и получай удовольствие. А если хочешь поорать, присоединяйся. Малышка, не дури. Лапа, ты попала, попала, попала. Дурашка, не ори. Пап, привет. Привет. Чё ты так рано? Уроки отменили? И старичка заболела. А, повезло. Пап, позвони маме. А чего это вдруг? Пап,
Анечка, сынок, у тебя что-то случилось? Все нормально. Просто я звонил пару раз, она трубку не берет. Понятно. Мама же наша работает, она же не слышит, как обычно. Пап. Так, ладно. При тебе. Ну. Я никуда не пойду. Что вы делаете? Отпустите меня, пожалуйста. Послушайте, это какая-то ошибка. Я ни в чем не виновата. Куда вы меня ведете? Куда вы меня ведете? Я никуда не пойду. Что вам нужно? Пожалуйста. Ломани! Пожалуйста, отпустите меня. Не надо! Не надо! Пожалуйста! Так, сиди тихо. Пожалуйста, не надо, я вас умоляю. Привет. Опаньки. Что это у нас тут? Я не знаю. Это не мое, правда. Я честно, я ничего не знаю. Не знает он. Звони Гарику. Какому Гарику? Пожалуйста, отпустите меня. Нашли. Хорошо. Ждем. Пожалуйста, отпустите меня! Thank you.
Вот видишь, пропеллеры заменили, совсем по-другому высоту держать стал. Угу. Что у нас с параметрами? Ок. А видео как сигнал проверь? Видеосигнал вот такой вот. Ой, я пролетаю над домом нашей математички. Да? Я не думаю, что он тебе за это оценку в четверти повысит. Мама! Не знаю. Дядя Костя. Да, Костя? Алло, Сеня. Славка в беду попала. В смысле в беду? Долго объяснять. Бандюки ее на трассе тормознули. Так, какие бандюки, что значит тормознули? Ты откуда знаешь? Она тебе звонила? Сеня, она сейчас у них. На старой базе, перед поворотом, на Добров, в лесу, помнишь? Я тебе сейчас геолокацию скину, ее надо вытаскивать отсюда. Так, подожди, я ничего не понимаю. Ты там каким боком? Ты там сейчас? Сень, нет времени объяснять. Есть у тебя тачка какая-то в ремонте? Прыгай, приезжай. Ты полицию вызвал? Да какая полиция? У нее фуре наркоту нашли. Все, давай. Жду тебя. На месте что-нибудь придумаем. Будешь подъезжать, набери. Ваня, слушай, мне нужно здесь ненадолго отъехать. Ты остаешься за старшего. Я с тобой. Я сказал, ненадолго. Я слышал, что маму похитили. Я с тобой поеду. Сынок, если слышал, ты же понимаешь, что ты должен остаться. Я тебе сказал, выйди. Не выйду. Мы вместе от мамы ушли. Вместе ее и вернем. Держи. А Костя где, не видели? С утра крутился, а потом и он, и Леня испарились куда-то. Чего стоим, ребят? Да Леню дожидаемся. Пропал куда-то. Давно? Да сейчас три уже, наверное. Понятно. Сейчас разберемся. Недолго ты на Косте пахать будешь? Не понимаю, о чем ты. Все ты прекрасно понимаешь. Он на базе пропадает день и ночь, света белого не видит. Ты его даже в выходные в рейс гонишь. Ты думаешь, я дурочка и совсем не понимаю, почему? Ну и почему же? Ты мне мстишь за ту историю. Сеня тебе по морде заехал и ушел на вольные хлеба. Так ты над Костей издеваешься, да? Если ты считаешь, что мир крутится вокруг тебя, то очень сильно ошибаешься. А что касается той истории, могу напомнить. До того, как Сеня ворвался в кабинет, ты вела себя совсем по-другому. И давно вы с Карбышевым решили, что самое умное? Я ничего не знаю. Я не я, и кобыла не моя. Ну так откуда у тебя в фуре гашиш? Я не знаю. Не знаешь откуда, не знаешь чей. Послушай, давай так. Ты мне все рассказываешь, и я опускаю тебя на все четыре стороны. А с Карбышевым сам разберусь. Получается, он обокрал меня на лихую сумму денег. Что я должна вам рассказать? Как много товара у меня подрезали, кому сбывали. Ты дура, не прикидывайся. Я же не могу быть всегда таким добрым. Слушайте, я
Ничего не знаю. Я работаю на Карбышева буквально пару месяцев. Я не знала, что в фуре гашиш. То есть, получается, Карбышев использовал тебя вслепую? Я просто отвожу груз. Меня загружают, и я отвожу. Что? Как мне еще вам объяснить? А гашиш в твоей фуре оказался случайно. Случайно. Случайно, правда. Честное слово, я ничего об этом не знала. Пожалуйста, отпустите меня. Я не знаю, что это такое. Пожалуйста, я вас прошу, у меня маленький сын дома. Я вас умоляю, я ни в чем не виновата. Значит, не получится у нас с тобой договориться. Где ее телефон? Только не надо ныть. Если у тебя нет правильного ответа на вопрос нашей викторины, это еще не повод устраивать истерику. Так, пароль. 6 единиц? По правилам игры, у тебя есть право на звонок другу. Или работодателю, как ты утверждаешь. Как ты сохранила его в телефонной книге? Сухо и официально. Карбышев! Спроси у него, как так получилось, что 5 килограмм моего гарика нашли у тебя в фуре? Слава, что случилось? Ты где? Я... Слава, что происходит? Меня в фуре. Помогите мне, пожалуйста. Слава, что происходит? Слава! Привет. Походу, твоя королева сбилась с пути. Так что, если хочешь снова увидеть ее живой, приезжай на заброшенную базу. Это перед поворотом на Добров. И никакой полиции. А то будешь ее по кускам по всему лесу собирать. Сейчас 13:40. Ждем тебя в 15:00 с дружеским визитом. Время пошло. Тебя. Палку. Ну что там? Не знаю пока. Черт, привод оборвало. Инструментов нет. Ванька, не лезь под машину! Помощь нужна? Нужна. Подбросит поворот на Добров. Жена на фуре в беду попала. На нее напали на дороге. Надо найти ее. Славка, что ли? Славка. Ну что стоим, запрыгиваем, поехали. Ванька, коптер достань. Ключи достань там из зажигания. Прыгивай.
Надеюсь, ты не хочешь сказать, что опаздываешь. Если с ней что-нибудь случится, я тебя сам в том лесу закопаю. Борзый какой. За базаром следи. Если ты не понял, мы по бизнесу, а не по бабам. И разговор у нас будет долгий и душевный. Так что давай, поторапливайся медленно. Я тебя понял. Жди меня. Так ты говоришь, что товаре ничего не знаешь. Я ничего не знаю. И Карбышев тебя вслепую использует. Че ж он за тебя так распереживался? Пообещал приехать и всех нас порешить на месте. Ну, это хорошо, что у вас такая крепкая связь. Сговорчивей будет. У меня с ним контракт на перевозке. Вот и вся связь. А Карбышев так не думает. Как на это все муж смотрит? Это фура моего мужа. У него травма позвоночника. И я села за руль, чтобы поставить его на ноги. О! А вот и Карбышев. Тютелька в тютельку, как фирменный пояс. Твой спаситель. Встречаем! Так, Карбышев. Чего улыбаешься? Долго будем пялиться? Бегом за ней, быстро! Че вы ее одну оставили? Идиоты! Как ты меня нашел? По маячку. Передатчик у тебя в кабине поставил, после того, как ты с Карбышевым в рейс уехал. Ты что, за мной следил? Я ничего не понимаю. Я ж тебя просил, я ж тебя просил не ездить на фуре больше. Близко уже, он трубку не берет. Манька, что если мы с коптера посмотрим, а? Борода, тормози. Выше подымай. Ну, подымай выше. Mm-hmm. Вот она. Погнали. Из машины управлять будешь. А за ней джип едет. А что здесь Карбышев делает? Поехали. Ах ты, черт!
Сашка, тормози! Тормози! Машина, посиди. Слава! Господи, Сеня, Костю ранили! Кость! Ваня, что ты тут делаешь? Борода! Костян! Видишь? Костян! Так, цитромизин, цитрациклин и атропин. Вот все, что было в рецепте. Вот продукты. Борис Дмитриевич, поправляйтесь. Нам еще нужно с вами к реке сходить, пока погода держится. А, ну, Коль, такие дела, я обязательно поправлюсь. Вот эти принимать два раза в день. Я здесь оставлю, чтобы вы не забывали. А вот эти положите себе в шкафчик. Спасибо тебе, Славушка. Хорошо, что ты вернулась, мне спокойнее стало. Ты знаешь, я, когда попал в больницу, ты мне там привиделась даже во сне. Я сразу пошел на поправку. Ты прям мой ангел-хранитель. Да бросьте. Ой, что же я тут сижу, а там же по телеку сейчас новости местные начнут показывать. Не могу пропустить, про банду рассказывают. Ты представляешь, через всю область гады наркотики возили, а главарем оказался начальник автобазы. Состоится, возможно, процесс века, и, наконец-то, какую-то сволочь таки посадят. Борис Дмитриевич, берегите себя, я вас умоляю. Я завтра загляну. Спасибо тебе. Спасибо. Ой, мне же к телеку. Ай. Привет. Привет, вот чеки. Слава, у тебя все хорошо? А то с тех пор, как вернулась, лица нет. Может, я чем помочь могу? Да нет. Я просто после той истории никак отойти не могу. Ну, а дома как? Как Сеня? Да он тоже ничего. Сеня почти в порядке ходит. В автосервисе работает. Ванька, у него вечерами пропадает все, свой квадрокоптер совершенствует. Звездой класса стал после того, как видео с перестрелкой показал. Я не знаю, может, оно и правда. Но все, что не делается, к лучшему. Он-то Сеньку на ноги поставил, а к нам вернулся. Старик, я тебе рада. И я. Спасибо. Я завтра к 10? Не. Ты знаешь, что ты поспи. Я уже научилась там многое делать. Сама справлюсь. Спасибо тебе большое. Все. Да. Пока. Привет.
Привет, Слав. Привет. О, улыбаешься? Значит, на поправку идешь. Да я скоро плясать могу. Скажи мне. Ну, конечно, куда же ты денешься? Я тебе тут апельсины, конфеты принесла. Не знаю, можно? Можно. Слав, я поговорить с тобой хотел. Погоди, Мил. Присядешь? Прости меня. В смысле? Мне изначально эта идея твоя с фурой не понравилась. В общем, это я тебе колесо проткнул, когда ты первый раз на базу ехала. Думал, ты передумаешь и вернешься. Не хотел я, чтобы ты так же вляпалась, как и я. Понимаешь? Знал я про все эти наркотики. Груз как-то вез. Менты остановили. Проверка. Пакет нашли. Разборки устроили. Сроком грозили. Я еле Леню успел набрать. Он приехал, все порешал. Потом говорит, год на Карбышева отработаешь, свободен. А нет, так дело всегда можно поднять. Ты знал? Получается, мне специально так поставили, чтобы я на крючке был. И не сболтнуть никому, не соскочить. И когда этот скандал с Карбышевым из-за Милки, я поэтому так, как Сенька, не смог. Я чувствовала, что с ним что-то происходит. Так хотел, чтобы мы поскорее уехали отсюда, а он... Надо контракт доработать и точка. Прости меня, Слава. Духу мне не хватило сказать тебе. Но я не за себя, я за Милку переживал. Да и не думал я, что я, Карбышев, с тобой так. А он... Ладно. Спасибо большое, что все-таки все рассказал. Пойду я. Поправляйся. Я тебя проведу. Угу. Спасибо тебе, что зашла. Как там Сеня? Он злится еще? Да нет, ты же его знаешь, он вспыльчивый, но отходчивый. Заходи к нам сегодня. Я как-то на неделе сегодня с Костей побуду. Слава, прости меня, пожалуйста. Когда с Сеней такое случилось, я ничем тебе не помогла. Я только сейчас поняла, насколько это тяжело. Спасибо тебе, что ты рядом. Я бы сама не выдержала. Все, все, успокойся. Держись. Держись. Все будет хорошо. До сих пор себя идиотом чувствую. Сидел тут, бесился, Славку ревновал, а надо было совершенно о другом думать. Да кто же знал, что Карбышев с наркотой связан? Да и как ты мог об этом знать? Костя знал. Знал, приходил сюда, разговоры разговаривал. Хоть бы слово сказал его. Здорово, борода! Какими судьбами? Вот приехал Ксения, чтобы на мою легковушку глянул. Ну, и тебя заодно проведать. Неплохо выглядишь. Спасибо, ты тоже ничего. Давно сидите? Да, где-то час. Ты чего так поздно? А я к Косте заходила, Мила за него очень переживает, не отходит прям. Как у тебя с работой? Ну, есть одна идейка. Пока рассказывать не буду, потому что все пока вилами по воде писано. Может, поужинаешь? Да не, пойду я. Засиделся я у вас. Точно? Да, да. Ну, пойдем тогда в гараж, я тебе запчасти отдам.
Слав, давай поговорим. Давай уедем отсюда. В столице сейчас большой спрос на автослесарей, зарплата хорошая. Ваньке школа, было бы неплохо поменять ему, поступать скоро. Хорошо. Что значит хорошо? Подожди, просто хорошо и никаких вопросов? Ну, ты же за всех уже все решил. Я ничего ни за кого не решил. Мы можем это обсудить? Присядь, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы это решили вместе. Хорошо, давай так, что нам здесь делать? Базу закрыли, перспектив никаких. В твоем соцобеспечении практически ничего не платят, а я больше не смогу сесть за руль фуры. А Борода предлагает выкупить фуру, закрыть кредит, они там с ребятами какую-то фирму свою открывают. Так он за фурой приходил? Да, да, за фурой. Я сказал, что я подумаю. Вернее, мы подумаем. Мне кажется, это очень хороший вариант. Нас здесь ничего не держит. Понятно. Тебе письмо из прокуратуры пришло. За фотографией. Так, подпишите здесь и здесь. А что это? Я уже давала показания и протоколы подписывала. Простая формальность. Дело забирают в центр, будет суд, ну и мы переслаем все документы. Почему в центр? Оказывается, они давно уже следили и за наркотрафиком, и за этой бандой. Их арестовали? Да. Сейчас все дают показания. Кстати, Леонида... И вашего кладовщика тоже нашли. Мощная схема была у этой банды. Через сеть автоперевозок с грузом переправляли наркоту. Посохов заметил, что некоторые коробки мечены, ну, стал подворовывать и сбывать гашиш налево. Так сказать, организовал свою собственную новую сеть. Леня, не Карбышев? Нет, Карбышев, как и другие владельцы баз, проходят как свидетель. Ну и потерпевшие. То есть Карбышев ничего не знал? Не знал и прибыль не получал. Вот Леонид, да, он на этом деле неплохо денег поднял. Если вопросы возникали, уводил. Прикрывался именем Карбышева. Ну, а когда бандиты на него наехали, все на него же и свалил. Ну, и вас, я так понимаю, с пакетом подставил, чтобы себе время для побега выкроить. А с Константином что? Насчет Константина не беспокойтесь. Я думаю, что в связи с открывшимися обстоятельствами, думаю, ему дадут условный срок. Да, ну а Карбышев, он и тогда ехал вас спасать. Жалко его. Врачи не очень оптимистичны. Столько времени прошло. Спасибо большое. До свидания. Да, всего хорошего. Да нет, устала просто. Все эти походы в прокуратуру выматывают. Чего хотели? Да протокол еще раз подписать. Дело передают в центр, а потом подают в суд. Понятно. Наконец-то этого подонка Карбышева посадят.
Ты куда? Забыла сделать еще одно дело. Так, ты вообще сегодня будешь? Почему ты мужу никогда не отвечаешь? Не хочу, чтобы он переживал. Ну что, не отвечаешь? Не. Рванула, как угорела, и не сказала, когда будет. Не знаю. Ладно, я тогда поеду, а ты поговори с ней. Ну, вдруг она согласится. Слушай, не знаю, мы в столицу собрались. Ваньке поступать надо, но и Славка пускай свой юридический заканчивает. Значит, решили уже. Сень, ну в столицу вы всегда успеете. Сыну твоему 4 года еще учиться. Угу. А юридически можно и заочно закончить. Тем более практика у него будет. Так что вы подумайте. Подумаем. Славка у тебя особенная. Да ты об этом сам знаешь. Я знаю. Береги ее. Все, давай. Ладно, как определитесь, звоните. Это я во всем виноват. Понимал же, что Ленька мутный. Думал, разгребу все дела, а потом уже им займусь. А про наркотики я не знал, правда. Я знаю, мне следователь сказал. Леню нашли, банду задержали. Дело скоро передают в центр, в суд. Поймали Леньку. Хорошо. А базу закрыли? Людей жалко. Где мне теперь работу искать? А ты как? Вернулась в свое соцобеспечение. Как бы я хотел, чтобы все было совсем по-другому. Борода приезжал. Предлагает тебе работу, чтобы ты с документами помогала в его новой компании. А как же переезд? Прости меня. Прости. Я все это время велся как дурак. Больше так не хочу. Слышишь? Я знаю тебя с детства, ты меня тоже. Посмотри на меня. Мне кроме тебя больше никто не нужен. Переезжать или нет, решай сама.
мы с Ванькой будем рядом. А чего вы здесь стоите? Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Пойдем в дом. Пойдем, я вас кормить буду. Иди чайник ставь. Иду.